мной! О, надо красота! Я за ним! Следующая нога. Налево. 4, 5,
шесть, семь, восемь. На правый раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесь, семь, восемь. Это очень важно, помните, потому что дистанция идет не по ровному. И здесь очень важно, чтобы связочный аппарат работал на гибко, да, случайно не подвернулся. Так, теперь поднимаем ножку чуть-чуть в колени. Вращение в колени. Налево. Молодцы. В обратную сторону. Главное не устать от разминки слишком сильно. Чтобы не раскатилось единое сердце. Еще раз. Налево. У тех, у кого нет палок, тяжелее, да? Нужно еще держать баланс. И направо. Среди бегущих первых нет. И отстающих бег на месте. Следующая нога. Налево. Два, три, четыре. Смотрите, пять, она стоит ровно. Шесть. Смазала. Вот что значит чемпионка мира по фитнесу. Ей не нужно и опираться направо. На палки. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Налево. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И направо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Восемь. Разогреваем бедра и тазобедренные еще суставы. Колено вперед. Колено в бок. Вперед. Бок. Вперед. Бок. Вперед. Только аккуратно, бок. Смотрите, не свалитесь, пять, как я. Шесть. Семь. Восемь. Молодцы. 15. Закончили. Палки ставим перед собой. Чуть-чуть. И начинаем делать полуприсед, оттягивая пятую точку назад. О! Раз. Вы можете это сделать так же красиво, два, как она. Три. Смотрите друг на друга. Четыре. Пятую точку назад. На пятую чуть-чуть. Точку соседа. Вот так. Шесть. Вот так. Семь. Вспоминаем детство. Восемь. Юность. Семь. Пора уходить. Что? Раз. Две минуты. Итак, нет, два. Нет. Людям на дистанцию, Наташа. Людям на дистанцию идти. Вы что, они сейчас побросают палки в рюкзак и уйдут домой. Если товарищи, легкая, не путайте. Я же легкая атлет, мы всегда разминаемся активно, активно. Молодцы. Не путайте, это всего лишь разминка, друзья. Вначале относительно мирового рекорда. Дело все в том, что действующий рекорд по массовости состязаний в скандинавской ходьбе принадлежит сейчас Польше. Я сейчас точно скажу, сколько там народу. Секунду. Так. В 2015 году в Польше, в столице, в Варшаве, состоялся марафон, в котором участвовали 1660 человек. Чтобы нам побить рекорд, нам нужно зарядить планку 2000 человек. И глядя на всех на вас, глядя на то, сколько народу, можно сказать, что этот рекорд будет превзойден. И вы все докажете, что Москва — это не просто город долгожителей. Конечно, в огромном городе много и долгожителей, но это город активных людей, которые не тормозят и не останавливаются. И здесь у нас, между прочим, для регистрации рекорда, я не вижу, где она находится, она где-то здесь в толпе, находится специальный представитель официальный международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд». Диас Юделькис ее зовут. Так что можете поаплодировать этой женщине, потому что она будет регистрировать ваш массовый рекорд. Вам предстоит дистанция 2,5 километра. Чуть-чуть больше, чем 2,5 километра. Легко. Каждый сообразуется со своим здоровьем. Но не так нога за ногу, как вы ходите в магазин за пивом или с творогу. А нормально, это же все-таки спортивные соревнования. Собраны аккуратно, следят за ногами, потому что хорошо сказать, идем с палками, но главное в них не запутаться. Это уже победа, если вы не запутались в палках. Как себя чувствовать на серьезной дистанции? О чем надо думать? Как настроиться? Вот пускай нам скажет человек, который знает, что такое очень длинные супер дистанции, которые длятся очень много дней и сотни часов. Знаменитый путешественник Матвей Шпаро. У него в руках как раз такие же палки.
которые в руках у вас у всех. Он их только что опробовал. Как они? Не работает микрофон. Включайте. Пока Матвей отвечает, мой пёп. Как эти палки вам? Палки очень и очень хорошие. Как раз я по поводу палок сейчас хотел немножечко... Все меня слышат? Добрый день! Значит, смотрите, значит, москвичи, дети, взрослые, все активные люди любят путешествовать. Вы знаете об этом? Молодцы. Так уж получилось, что за несколько лет мне удалось пройти несколько тысяч километров по Арктике, на Северный полюс, по горам арктическим, по льдам арктическим. Но об этом я вам не буду рассказывать. Я вам расскажу немножечко о другом. То, что во всех моих путешествиях всегда со мной были друзья. Какие друзья? Друзья, на которых всегда можно положиться. Друзья, на которых всегда можно опереться. Я говорю именно об этих лыжных палках. И поэтому, конечно же, вот у вас у всех есть лыжные палки. Давайте, значит, есть у вас лыжные палки или нет? Молодцы! Значит, что у вас есть? У вас есть друзья. И это абсолютно замечательный факт. Поэтому, вот не буду как-то долго все задерживать, я желаю вам всяческих больших успехов. Я желаю, чтобы вот эти ваши друзья вместе с вами занимались здоровьем, занимались здоровым образом жизни. Чтобы они вам всегда помогали. И чтобы вы на них всегда могли опереться. Ура! Матвей! Ребята, ура так не кричат. Давайте еще раз. Ура! Ура! Скажи, смотри, а как вот все-таки надо с палками вот на ваш театр обращаться? Их надо высоко поднимать и отталкиваться, или надо помогать себе вот здесь внизу? Слушай, ну вот вообще, когда идешь на лыжах, там одна техника. Когда идешь на... Когда занимаешься скандинавской ходьбой, у нас здесь техника. Пока лыж нету. Лыж пока да, лыж нету. Да. Знаешь, вот смотрите, все-таки, наверное, должен быть какой-то тренер, который все это правильно объяснит. Да я так понимаю, то, что вот ты выдвигаешь левую ногу вперед, и... Вот так вы считаете? Может быть, я ошибаюсь, потому что я все-таки лыжник, а не он скандинавский ходок. Нет, он может быть ходок, но не Северный полюс. Только на Северный полюс. Ходок, но не скандинавский. Значит, мнение Матвеева услышали. Он вам советует по окончании сегодняшнего маршрута в 2,5 километра передохнуть и дальше на Северный полюс. Правильно, правильно. Все конечно. На Северный полюс. Чем вы хуже детей? Ничем. Конечно. Тем более, что ваши белые куртки, белые медведи примут за своих и не съедят. Спасибо большое, Матвей. Удачи. Спасибо. Матвей Шпаро, друзья. А теперь мы приближаемся к главному моменту. Итак, каждый из вас представляет сегодня Москву. И свой округ, в общем, имеет право гордиться Москвой, округом и собою. В стартовом коридоре, вот там, уже находятся представители 11 округов Москвы, которые будут выступать отдельно. Команда – это участники командного зачета. Вы все участники личного зачета. Но для того, чтобы не было у нас большой каши тут и огромного столпотворения на старте, пожалуйста, слушаем внимательно порядок, в котором мы отправляемся на старт. Никто не пропадет. У вас у всех номера. Чипы на них есть. Все вы будете учтены, не бойтесь. Итак, всех представляю, приглашаю присоединиться к командам стартового коридора. Первый идет команда, внимание, Зеленоградского округа. Зеленоградцы! Первыми, следом за ними, северо-западный ЗАО. Северо-западный ЗАО. Проходим вот туда, в стартовой зоне, налево от меня. Следом западный административный округ. Западный административный округ. Вот, смотрите, там идут ребята. Там повернитесь, увидите за спиной. Вот там идут ребята, несут таблички. Северо-западный зал, затем западный округ. За ним юго-запад. Юго-западный округ, поднимите руки.
Выдвигаемся следом за западниками. Юго-западенцы за западенцем. Следом Южный округ. Южный округ идет за юго-западом. Южный округ. И все двигаются вот туда, где массовая колонна пошла к старту.